раннего утра Рамиль Узденов с другими учениками Новоджигутинской школы наводит чистоту на мемориале героев Великой Отечественной. Волонтерством он занимается уже 5 лет и не собирается останавливаться, ведь желание творить добрые дела в его душе только растет. Придерживать в красоте и чистоте хочется, и поэтому как-то просветить свою маленькую родину и помогать, так как волонтерское движение очень многим помогло именно в нашем селе. Каждый год на 9 мая мы проезжаем к памятникам, там убираемся, приезжаем в гости к ветеранам, поздравляем их, дарим подарки. Вот убираемся перед Домом культуры, памятник чистим. Военно-патриотическому воспитанию молодежи в Новой Джигуте уделяют особое внимание. Добровольцы из отряда «Вместе мы сила» активно участвуют в общественной жизни школы и аула. Делать добро для них своего рода добрая традиция. Уже несколько лет руковожу волонтерским отрядом «Вместе мы сила». Независимо от того, готовимся мы к празднику или нет, ребята вот подходят, видят, что нуждается территория в уборке, и подключаются активно. Глядя на молодых людей, которые не забывают историю страны и чтят память героев, проливших кровь за нашу мирную жизнь, с гордостью понимая, что наше будущее в надежных руках. Гульмира Лайпанова, Роман Нагаев, Архыз 24.